конце мая на площадке, где идет строительство моста через Свиягу, приступят к сборке пролетов. К этому времени в Ульяновск привезут первую поставку металлоконструкции будущего сооружения. Изготавливают их на заводе в Улан-Удэ. Поставки – балки между первой и второй опорой, ригели и металлические части пролетов. Плановая поставка у нас в районе 300 тонн металла. Значит, в настоящий момент на объекте сооружаются временные опоры под сборку металла и устанавливаются опорные части. Также мы ведем отсыпку полуостровков под монтаж руслового пролета. Всего по проекту предусмотрено около 900 тонн металла. На данный момент строители также укрепляют откосы крайних опор монолитным бетоном. Это необходимо для устойчивости и надежности конструкции, а также позволит отводить поверхностные воды. Также в зоне строительства готовится к переустройству инженерных коммуникаций. Подрядчикам предстоит проложить новую ветку водопровода в районе пересечения улиц Облукова и Смычки. Также со стороны Ленинского района перенесут линии электропередач, газовые магистрали и сети связи. В настоящий момент с сетями Ростелекома, с электрической частью договора у нас заключены. Значит, сейчас идет проплата авансов, закупка материалов подрядчиков, соответственно, и планируем начало работы июнь месяц. По газовым коммуникациям сейчас идет корректировка по проекту в связи с наложением там друг на друга коммуникаций. Вот. И тоже также производство работ за теплый период мы планируем закончить. Для проведения монтажных работ, по словам начальника участка, все готово. В сборке пролетов будут задействованы краны грузоподъемности 50 и 100 тонн, компрессоры, организован сварочный участок. Напомним, строительство моста ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Анна Тищенко, Ол-Правда, ТВ.